Патриотическое граффити в Одинцове, пострадавшее от рук вандалов, заново нарисовали ко Дню Победы. Художники команды президента Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрия Левочкина к 9 мая успели нанести новый рисунок. Напомним, в течение месяца граффити на стене дома номер 2 на улице маршала Бирюзова трижды портили белой краской, и восстановить его уже было невозможно. Стену пришлось полностью закрасить.